В России стартовали выборы президента страны. Нынешние выборы президента России характеризуются небывалым количеством наблюдателей – более 500 тысяч. Точное их число, по собственному признанию, не знает даже председатель Центра избиркома страны Элла Памфилова. Это наблюдатели от самих кандидатов, партий, общественных и международных организаций. Избирательных участков в России более 97 тысяч и еще около 400 за рубежом в 145 странах. На каждый участок приходится не более 3000 человек. Всего избирателей в стране зарегистрировано 110 858 228 человек. В том числе за пределами страны 1 889 000. А первыми проголосовать смогли жители Сахалина и Камчатки. В это время с разницей в 9 часов в Москве в Центральной избирательной комиссии России состоялась торжественная церемония открытия выборов. С журналистами встретились руководители министерств, председатель ЦИК Элла Памфилова и известные артисты России. Пуск! Самый главный акцент выборов 2018 года – это прозрачность и открытость. За ходом голосования будут следить более 46 тысяч камер. В информационном центре Центральной избирательной комиссии находится табло, где в режиме реального времени можно проконтролировать ситуацию на избирательных участках.